По большому счету, да, ничего страшного, я думаю, потерпеть можно будет. Так, ладно, самоуничтожаемся. Я пока что-то нифига не спалил точку. Давайте-ка последнюю рельсу дадим перед самоуничтожением. Пока нифига не найду, где выпадает гол, так обычно вон там на конце острова вроде бы нету. Но смотрю, какое-то сборище вон там. О, неплохой дроп, сейчас бы еще... Так, сейчас еще ДДшечку занарим, походу будем всех сливать. Да-да-да, вон точка, сейчас аккуратненько прыгаем. Смотрю, диктаторов нет, это уже хорошо. Ребята, дайте проехать. Да давай отсюда езжай, там твинсеры гасит. Овердрайв вообще тема. Давай-давай-давай! Эй-эй-эй-эй! Я чё сейчас было-то, ё-моё? А как он забрал-то? Офигеть, да что такое-то? Опять что ли какие-то читы? Ну ёлы-палы! Ну это реально просто какая-то дичь. Я в шоке, вот отвечаю. Всем здоров, братва, с вами Миха, это Танки Онлайн. Вот если честно, даже не знаю, с чего начать. Ну, наверное, с того начну, что каждый праздник в Танках Онлайн у нас сопровождается не только там скидками, какими-то фондами, да, но еще и обильным выпадением голдов. Может быть, не такими, какими хотелось бы, но тем не менее голдики падают почаще, чем обычно. Ну и, соответственно, в это время активизируются, довольно неслабо активизируются, ну, скажем так, недобросовестные игроки, которые всякие читы там используют, всякую фигню, и, соответственно, очень-очень мешают и доставляют кучу неудобств обычным честным игрокам. И вот я заметил на ближайших праздниках, которые были, это 14 февраля и 23, какой-то такой новый чит, который раньше я в принципе не видел. Вот самый последний чит, который меня прям вообще так выбесил, был мной замечен на Хэллоуине. Я думаю, вы помните, тогда очень было много вот этих вот товарищей, которые просто подъезжали на точку до того, как голд выпадет. И просто огромнейшим прыжком они взлетали как раз до этого голда, его забирали, соответственно, он не доставался никому. Очень много я видосов заснял тогда, у меня даже вышел отдельный ЗЛП с читами, я прямо его так и назвал, ЗЛП с читами, где была нарезка, ну, порядка из 10 голдов, и все эти 10 голдов, ну, или почти все там забрали читаки вот с помощью этого прыжка. Его вроде бы пофиксили, ну, по крайней мере, обещали, да я вроде замечал, там какие-то ребята пытались подлететь, их сразу самоуничтожало, но, тем не менее, я так понял, они не стоят на месте, и вот вам очередное доказательство этого. Появился какой-то новый, блин, чит, я уже про него слышал там в какой-то группе по голдоловам, по-моему, он так и называется, кувырок или переворот, я уж не знаю, как правильно. Суть в том, что чувак подъезжает тоже к этому голду, и когда он уже падает настолько низко, что можно его забрать вот этим кувырком, они нажимают какое-то сочетание клавиш там, скорее всего, и их корпус переворачивается в воздухе, так скажем, делает сальто, и, соответственно, они забирают голд. То есть они как бы не подлетают, и античит-система, вот эта новая, его не самоуничтожает, его не уничтожает. А поэтому вот им удается пока что безнаказанно доставлять неудобства честным и порядочным игрокам. Вот я как раз с этим столкнулся 23 числа, и до этого мне попадались, вот 14 голда тоже часто падали, но на видео мне вот только это удалось пока что поймать. Сразу говорю, ролик будет отправлен в техподдержку разработчикам, надеюсь, его забанят. Ну так вот, вы сейчас внимательно посмотрите вот на этого чувака, который стоит на этом пригорке. Он, соответственно, готовится. Он специально, я так понял, туда встал, чтобы его никто не завалил, потому что корпус хиленький, мы тут все на нарке, у всех люстры, тем более там кто-то втопил овердрайв. И чтобы его не убили, он в самый последний момент начал выезжать. Соответственно, если бы он подъехал раньше, конечно, я бы его со своей рельсы-то М2 вынес, да плюс еще на наре, плюс она у меня еще МПК, я ее на скидках прокачал на 5 шагов, я бы его вынес с одной плюхи. Он это прекрасно понимал, поэтому дождался, когда голд будет лететь достаточно низко, подъехал, непонятно каким образом подъехал под меня, соответственно, я так понял, это может быть какой-то игнор текстур или что-то еще. Но вы прекрасно видите, что мой танк приподнялся. И как только голд опустился на достаточную высоту, он, вот, видимо, там что-то нажал, и его корпус, его вот этот вот хорек, сделал небольшое сальто. Даже несмотря на то, что он находился под моим диктатором, ему это не помешало, и он сделал кувырок, и голдик забрал.
И его даже, вот если посмотреть на вот эту вот штуку, где у нас отображаются все действия в битве, его даже из битвы не выкинуло. То есть он голд забрал, его потом самоуничтожили, но из битвы он не кикнулся. Он в ней же остался. То есть античит-система его не блокнула. Это, на мой взгляд, существенная недоработка. И, кстати, еще был такой момент, когда я на 14 февраля, я сейчас его тоже вставлю, на 14 февраля увидел голд на мосту, подъехал, там тоже напротив меня стоял диктатор вражеской команды, и он просто непонятным образом через меня перелетел, сделал какой-то полу-такой кувырок, но его сразу из битвы выкинул. Либо он сам ушел, либо его выкинуло. Так вот, в этом случае его даже из битвы не выкинуло. Это, соответственно, говорит о том, что античит-систему надо как-то дорабатывать. А я, конечно, не говорю, что это недоработка, вина там разработчиков, но, тем не менее, вот это видео, я думаю, будет им полезно. Может быть, конечно, не будет полезно, но, тем не менее, я считаю, что хотя бы какие-то действия против этих читаков, которые реально настолько всех достали, надо предпринимать. И вот эти вот всякие новые читы, новые уловки, новые всякие баги вырубать прямо сразу на корню, чтобы они не распространялись. Если вас, ребята, читаки достали так же, как меня, я просто, блин, терпеть их не могу, я бы их прям такого бы леща отцовского дал, то вы, пожалуйста, ставьте лайки. Поддержите меня, надеюсь, этот ролик дойдет до разрабов, они что-то начнут делать, ну, потому что так нельзя. Каждый праздник, где есть какие-то даже двойные фонды, где там не прям не Gold X10, даже X5, а даже двойные фонды, заставляют читаков активизироваться, они просто, ну просто, я вот не хочу матом ругаться, но они реально ураганят на всех картах. Вообще на всех. Ну, так дальше продолжаться, я считаю, что не может. Многие ребята из-за этого покидают проект, и я думаю, что с этим что-то реально надо делать. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Пацаны, с вас по-любому лайк, если вы не любите читаков. Если вы читер, то, блин, вот просто берегитесь меня, буду вас наказывать прям как папка с мамкой, вот честное слово. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр, с вами был Миха. Крепкого богатырского вам здоровья, отличного настроения, ну и удачи как в танках, так и по жизни. До новых встреч, ребята, покедова.